Так, всем доброе утро. У нас второй день соревнования. Вот видите, мы уже в наших фестивалевских футболках переоделись, потому что вчера мы были похожи на каких-то, не знаю, добытчиков известняка. Потому что мы сейчас находимся вот в таком вот шикарном карьере. Посмотрите сзади. Да, вот вся банда здесь. Вот уже все участники собираются, съезжаются сюда. И сегодня здесь будет отдельный спецучастник, который вот сейчас вот будет проводить пацаны брифинг, рассказывать. Вот видите, они сверху сидят вот и будут рассказывать, что будет, как и где мы будем ездить кататься. Поэтому сегодня у нас второй день, тоже не легкие такие спецучастки, а сегодня они намного тяжелее, чем были вчера. Поэтому представьте, что было вчера, какая жесть. То сегодня я вам потом переверну, покажу, вы посмотрите, какие подъемы у нас. Вот, сейчас, секундочку, вот видите скалы, вот куда уехала машинка, вот туда вот назад, на ту, скажем, отвесную вершину нужно будет выбраться машиной. Нужно выбраться наверх, там развернуться и спуститься вниз. Это уже. И один скоростной участок будет, вот по вот этой змейке, которая сзади меня, нужно будет на лучшее время покататься. Но также будет еще и парные заезды, поэтому сегодняшний день обещает быть очень классным. Вот видите, у нас такой брифинг. Вот. О, посмотрите, видите, у нас утро, и вот тут вот сзади, видите, о, видите, нормально вот. Нормальные пацаны, вот все, видите, ходят вот. Офигеть, смотрите, видите, одни маньяки. Куда я приехал? Я в Киеве или я где-то в другом месте? В другой части, видно, оно смешается, пары меняются. Итак, у нас тут є кілька спецділянок. Зараз група Hard і Light йде зі мною по трасі парного заїзду з лівої сторони. Це буде у вас перша ділянка. В той час Богдан буде проводити заїзд для стандарту. Група стандарт, я. Група стандарт за Богданом, група Hard і Light за мною. Жовто, чорно. Збираємося, група Hard і Light, всі дружно тут на старті, проходимо цю трасу, всі питання після цього задаємо. Подивіться, всі зараз немає питань ніяких. А сірого немає. Дивіться, зараз ми виходимо і запускаємо паралельно. Тут буде стандарт боротися, тут буде нас там будуть їздити кіняти і все. У нас там ще мають бути квадроциклісти, там ми їх пустимо, хай покатаються. Тому поки ви будете тягати Волгу, квадроциклісти поїздять, тільки поїздять, будемо всі евакуатори ваші результати. А зараз ми маємо все відкатати тут і при цьому оперативі. Ага, і ще по моїй ділянці. Вона буде, тобто пара стартує, робить три круга. Якщо ви будете дуже гарно оперативно їздити, підемо на ще один заїзд. На ще, тобто один заїзд, три круга. Якщо ми гарно будемо йти швидко, ми зможемо вам дати ще раз покращити результат. Ще раз три круга. Якщо хтось розістреться до обіду, то буде тільки один заїзд. Зрозуміли? Так, тому я думаю, що саме головне, що, щоб складалися пари, правильно, складалися швидко. Пішли. От этот спуск, да, з которого ми вчора спускалися і клюнули мордою здесь вниз. Ну, оторвали задние колеса, и мы чуть не перевернулись. Забирайте все машины вниз! Вот туда! Так, я снял. Вот такой вот спуск. Камера, может, так не передает четко. Но... Но он реально такой, знаете. Ты просто сюда опускаешься вниз, а здесь еще перепад. Вот один вот такой вот бугорочек. И ты сюда клювом встреешь просто. Зад отрывается, и вероятность вот перевернуть машину сюда положить, ну, очень велика. Поэтому здесь будет очень интересно. Вот так вот, видите, все наши участники здесь вот собираются. Потому что сегодня такой очень зачетный будет интересный день. Туда в ту горку то лупанул. Вот они, парные заезды. Это же.
Рот наваливай. Это они сюда финишировать будут? Тікай звідти, тікай ти в бік! Дитину тікай в сторону! Это не первый вырежет. Він збив і поїхав не в ворот. Дві пенелізації. Маріку одна пенелізація, одну в ворот. М57 все-таки ушел в отрыв, да, понятно, где-то в каких-то моментах лошадок побольше, но ничего, Марик сейчас будет нагонять, как говорится. Хотів, щоб ти скорше їхав. А не треба підрізати. Що значить підрізати? Не треба хуярити в жопу. От, от, видите? Как пацаны друг друга подгоняют. Вот, подровняли немножко друг друга. Бля, в нас грудах були дрівняк. Догнав? А? Що не бачиш, бля? Я майже не відставав. Та тут таке. А, то ти мені порвав, тепер вода буде затікати, Марік. Нормально, а що у тебе там? Вот прикиньте, какая заруба, да, что типа друг друга просто толкали, подбивали. Так, гибел целый, здесь все. Патрол вообще все по барабану. Вот, скорее всего, что клыком вошел. Да, он молодец. Он. Так, смотри, друг друга подталкивали. А ты его помнишь? Во. Еще я как скажу. Еще раз. Вот лайк. Парный заезд лайта. Тоже вообще красавцы. Поэтому заруба такая еще. О-о-о. Так. Патрол. Патрол против дефа. Нет, все переигралось. Димыч. Против, сейчас ему ищут пару, с кем он будет ехать. А там вон пошел азарт. Шевроле Нива просто, блин, идет на все деньги. О, 70-ка, нет? Да, 70-ка, Дима, будет. Короче, здесь вот у нас организовался, смотрите, тотализатор. Да, вот кто на какую машину... О, видите, на червоную машину ставят. Этот на Land Rover. Телефон собирают, давай, телефон тут, давай. Видите. Все, видите, моя касса. О, все, кто победил, тот все забрал.
Вот прикиньте, да, какой азарт пошел. Самые зрелищные сейчас заезды, это парные заезды, когда люди идут просто на полном коксе, на таком адреналине, когда они пытаются, знаете, вырвать каждый метр друг у друга. Три круга они проезжают на лучшее время. Поэтому слева у нас, там вы видите, лайтовики ездят, а здесь тупо хард. Спуск просто, блин, нереальный. Вы видели, это ночью мы с него спускались, а чуть не перевернули наш велик. Поэтому вот пацаны валят на все деньги. Только что ехал, вы видели, Макс, Марик ехал, грубо говоря, Женя, ох, они и давали. Поэтому сейчас посмотрим, как ребята это все пройдут. Практически два одинаковых автомобиля, видите, ну по мотору. Немножко преимущество у Toyota есть. Так, отходим, то не сюда сейчас будет. Длинного патруля что-то случилось, пацаны сошли, сейчас посмотрим, что. Ты тут ночью не повернулся. Наша хуйня. Десь там валяйся, не чекай. А, выпала пружина. Патрула. Вже би одне коло зрубив. Що, ти час же загальний. На що ти вернувся? На той вернувся. Короче, один из интереснейших заездов. 4.8 бензинка. Что вы скажете, организатор? Да. И 2.5 бензинка от Nissan Skyline. Поэтому должно быть очень интересно. Я думаю, что будет такая хорошая заруба. Забрали, да? Забрали с дороги. 4.8 и 2.5. Смотри, ай, красавцы! Красавцы не уступали один другому.
Да. Молодцы. Так, еще один очень интересный заезд. Всеми уже известен чебуратор с мотором от Гольфа 1.9 турбированным. Ну, можно сказать, стоковый мотор 2.8 на F-Bell'ах. На парах, я не помню, ребят, или 5.11 вроде бы стоят, или родные пары. Поэтому, ну, будет интересно. Ну, вот, с моей точки зрения, преимущество у Патрола и колоссальное преимущество. Но здесь преимущество вес легкий. Но центр тяжести у чебуратора достаточно высокий, поэтому им будет очень стрёмно в каких-то спусках. Поэтому, как по мне, то спина вот этого организатора нам мешает сейчас. Да, а так все нормально. Ну, посмотрим. Если стоковая пара в Патроле, то чебуратор выиграет. Если кто первый вырвался, как говорится, тот и победил здесь. Ну, посмотрим сейчас. Аккуратненько зайдет. Молодец, вот Мицик вырвался вперед, вы видели. Главное, чтобы здесь аккуратненько спустился сейчас. 3.5 бензинка, видите, это решает тоже. Хотя и у Патрола стоит там 3-литровый битурбированный мотор бэховский. Вот,
Це у Чехії, знаєш? А от всі йдуть у Татри туди на Кисове. А або Бича, Чача ще є одні змагання. Такі теж можуть. Ну, треба от на все таке інтересне покататися. Зараз хочу з'їздимо, а потім, далі, Так, ну що, Mitsubishi Suzuki. Бензиновий Міцик. Що робиш? Так хочеш зняти. Що ти безполезний? Один очень интересный заезд. Я думаю, тоже пацаны будут идти на все деньги. Вот комбинатор, который тоже просто валит на своей Тойотке. Ну и гелик 606 мотором, да, трехлитровым дизелем. Поэтому посмотрим. Как бы по сути небольшое может быть преимущество у 1КЗ мотора по сравнению с мерсовским, но этот мотор очень хорошо едет. Они просто оставили электронный ТНВД насос на нем. Поэтому это не механика, которая слабовата, немножко туповата, ее там на максимум накрутишь ТНВДшку и все. А этот накручен очень хорошо. Поэтому, в принципе, они в равных условиях. Посмотрим сейчас, что получится. Самое главное, это здесь вырвать старт. Вот старт у нас получается практически на 100-метровке. 100 метров, которые нужно вырвать первому. Только ты перескочил. Сейчас будет. Здесь Юля взял этот старт. О, как? Как-то да, где-то. Посмотрите, как все меняется. Теперь гелик здесь уже. Комбинатор где-то потерялся. Я туда забегу. Thank you.
что, вторая попытка. 4.8 и 2.5 Skyline. Кто из них улучшит время? Не по трассе. По трассе не бежите. Да отойдите с трассы. Короче, там у нас кое-какое ЧП произошло. Сейчас идем посмотрим. Текай! Я отойду, не волнуйся. Так, наш 4.8 пострадал. И пострадал очень хорошо. Колесо, суппорт. Пошли искать колесо. О, нормально. Диск назад идет. Все, защитка колодок. Колесо. Скорее всего, сорвало шпильки. Я помню, у тебя тоже на подводе. Да, то же самое у меня было. Сорвало шпильки, оно упало. И... А ты какие-то усиленные ставил? Да, оно все равно не выдерживает. Нельзя коленку ставить, надо восьмерку. Вот знакомая красота, такая же, как и у меня была. Шпилька осталась, а вы видите, ее просто срезала. И все, из-за этого поломала. Скоба, супер, да все. Ну, ничего трагического, кроме тормозного заднего скобы и суппорта. Ну, бачимо. Кожного колеса по розкручувати по одній. Ну, але ж бив нема. Ну, що ти тут робиш? Бей та бери, зсувайся. Що тут зв'язується? Ще одне коло. А, халепа. Блядь. Ось шкода, стрейнь. Так тормоза, автомат. А не треба на драйві перші з'їти. З'їди. Ти ж перший. Хочеш їхати їдь? Так він це, він той, бачив, думав той. Та я бачу, бачу за машину. Він скобу просто оборвав. Що ти стиж, блядь, так ключе, блядь, тут скакав, як ненормальний, блядь. Нехай хтось цей тебе спустить. Ну то що скоба обломана, то нічого такого. Та-та, привіжіть я тут. Маєш хомут, маєш? Його треба вниз зараз спустити. Один хуй тут зараз, то не поміняється, колесо тут не поставиш. Який хомут? Стяжку, стяжку любу, прив'язати, щоб... Таку пиздату стяжку. Ну неси, неси, щоб у тебе були такі грубі, типу, може. Як машину треба забрати? Ні, забрати, то понятно. Так, треба. Слухай, ти тут чого закінчуєш? У мене теж така фігня є. Чи ви на тому не їдемо, ні? Давайте рішайте щось. Зараз, зараз дадуть стяжку, стягую. І в того... Або, блядь, 50 метрів, ти будь колесо. Шпильки оборвал. Шпильки оборвал. Починил уже.
Зайду зараз на шею налетить. Доброжелательно. Старається. Майстер Бога, блядь. Треба тут для окрасного. Право, щоб хтось під'їхав задом не тримав. Слышь, а хто там ще Запорожець охраняє? Розумієш, де місто, як я кров буду тримати? Кажу, їхай, хто Запорожець охраняє? А ви вже все розібрали, що там охраняти. Ты видел, что тут на трассе кто-то бачок при, от Волги приехал? Тягнем Волгу, Андрюш. Веро. Андрюш, тягнем Волгу. Мне же шутёв. Отцепление. Давай, ну, новый, блин, сейчас тормозу.